Недвусмысленные жесты в окно и полное отрицание действительности. Пьяный героизм и отчаянное самопожертвование. В то время как нарушительница прикинулась пассажиркой, ее приятель, выражаясь современным языком, отжигает не по-детски. Я управлял. Ты управлял? Да. Ну расскажи, как ты управлял тогда. В нетрезвом состоянии. Тебя же никто не трогает. Чего здесь на себя-то берешь? Да все беру на себя. На себя берешь? Да. А вот у инспекторов ДПС совершенно другая версия. От пьяной езды задержанных пострадал пешеход. На наших глазах водитель автомашины ВАЗ-2115 синего цвета за рулем находилась гражданка 91 года рождения, как позже нами было уже установлено, совершила дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода, после чего начала уезжать в сторону Вольского тракта, не останавливаясь на месте происшествия. Как бы ни усердствовал добровольный защитник, но последнее веское слово всегда будет за инспекторами. Тем более, что факты всегда красноречивее пьяных откровений нарушителей. На данную гражданку 91 года рождения был составлен административный материал по статье 12.8, часть 3 КОАП РФ Российской Федерации. Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имеющего права управления транспортным средством. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Нарек Хачатрян, Вести, дежурная часть, Саратов.